Please exit through the rear door. От станции до станции. Обычно ходит поезд, но там идут ремонтные работы. Поэтому приходится вот этот шаттл-бас. Он туда-сюда ходит. От станции до станции. То есть фактически отменили одну ветку в метро. Полностью отменили. Она не ходит... Q-Train не ходит по Манхэттену. Поэтому вот эти заморочки. Сейчас мы будем ехать мимо проспект Парка. Кстати, хороший район здесь считается. Дом полностью в лесах, видите, полностью закрыт. Энтузиаст уже бегает. Ну, кто же вот рядом с парком, чего не бегать, правильно? Это парк. Проспект Парк длится, бруклинский большой парк. Там вот это вот зоопарк. Не люблю зоопарки, вы знаете, там мучают животных в клетках. Это вообще тюрьма для животных, эти клетки. Абсолютная тюрьма, они должны жить на природе. Ну вот в Бронксе хороший зоопарк, там зверей не увидишь, такая огромная территория, они там где-то прячутся. Для них фактически там нет вольеров, там просто огромная территория, там лес. И вот в этом лесу живут звери. Вот это называется зоопарком, вот это я понимаю. Я там ни одного зверя не видела, я как-то была в этом зоопарке. Устала ходить, никого не увидела, ни одного. Какие-то там были обезьянки в клетках несчастные, а так вот вообще... Не было ничего, никаких животных. Так, ну все, приехали. Ну все, ура, ура. Иду в последний свой поезд. Так, покажусь вам. Вот, после ночной смены сонная, но счастливая. И за что же мне такие мытарства, да, вы скажете? Я забыла упомянуть самое главное, это всех интересует. Сколько же я получу за ночную смену? Я получу $300 за одну ночную смену. Я бы, конечно, пошла 500. Как красивый вход здесь. Как медсестра, я бы предпочла 500. Ну и 300 хорошо. Я знаю, что в России $100 некоторые в месяц получают. Правильно? А 300 иногда и хорошие деньги за месяц. А тут за одну смену. Так, ну все, вхожу. Это уже последнее. У меня сейчас будет где-то 10-15 минут, и я дома. Поэтому пока работаю. Так, отдадим. Отдадим листочек. Сюда. Все. Моего поезда нет. Мне нужен первый вагон. Это S-Train. Тоже соединяет две ветки. Вот, пожалуйста, сколько сейчас времени? Наверное,
если я где-то в 8 вышла. Сейчас, наверное, где-то 9. 9 точно есть. 9 утра. Вот, пожалуйста. Люди не спят. Воскресенье. 9 утра. Посмотрите. Куда-то все едут. Мне все недоумение. Куда все едут эти люди? Куда они все едут? Явно не в гости. 8-9 утра. На работу тоже как-то не похоже. Вот эти ребята могут ехать на работу. Вот посмотрите. Я не знаю. Вот так, значит, что у нас здесь? Смотрим. Так, а где же наш? Нашего и в помине не видать. А, вот написано, кстати, 9 утра. Вот видите, сюда быстрее. Вот сюда утром быстрее. Вот видите, в 8 я вышла, в 9 я уже все. Еще мне 15 минут только поезд ждать. Еще где-то 15 минут, и я дома. То есть получается быстро. Не так все плохо. За $300-то, правильно? Когда вообще прямой поезд, вообще нормально. Ну, конечно, воскресенье у меня выпадает, потому что получается разбитая я. После ночной смены такая сонная. Вот покемаришь немножко, толку никакого. Воскресенье как бы выпадает. Но зато у меня праздники, каникулы, 11 государственных праздников, еще куча негосударственных. И, в общем, получается так, что в школе-то мы отдыхаем больше, чем другие американцы. Так, что-то идет, что-то идет. По крайней мере, звук слышно. Вот. Мужчина уже мальчика тащит куда-то своего бейбичку в такую рань. Куда он его тащит в такую рань? Интересно, может, я неправильно... Может, я не сориентировалась, откуда идет поезд? Может, поезд оттуда идет? Так. Нет, оттуда. Наверное, идет. О, точно, шикарно. Шикарно. Все, сейчас вот эти люди выйдут, которые едут в Манхэттен, они выйдут, они будут брать свои 3-4 поезда и шаттл-бас сейчас. А я сяду сюда. И он поедет обратно. Поэтому вот, так вот такая вот ерунда. Но в будни все ходит нормально. Вы понимаете, только выходные. В будни все добираются до Манхэттена 45-40 минут. То 30 минут, то 40 минут. В принципе, Манхэттен у нас близко. Вот. Это просто вот у них вечные какие-то монтажные работы. Я не понимаю, что за монтажные работы. Так, все. Все, выходите. Вот видите, 9 утра. Прям быстро я добралась за час. Вечером хуже все это идет. Всех выпускаем. Все, я захожу в пустой вагон. Мужчинка спит себе. Ему не надо никуда, он никуда не спешит. Он будет спать, он поедет обратно. Он туда-сюда, туда-сюда. Видите? Вот сколько неприкаянных людей. Вы знаете, вот сколько неприкаянных людей в Нью-Йорке. Я вот так думаю. Как они вообще выживают в этом дорогом городе? Не знаю. Все, объяснила девочке и маме, куда ехать. Они в растерянности, они не понимают, куда ехать, почему нету, в общем, этот Q-train так странно ходит. В общем, короче, заморочки для многих.
все. Иду домой. Вы знаете, вообще, вот настолько короче путь. Настолько короче путь утром. Я просто поражаюсь. И веселее. Не знаете, совсем не так депрессивно-то, как вечером, когда едешь на работу. Совсем не так все. Все намного интереснее. Так, вот видите, помните, вот здесь я вам показывала? Дом разломали, да? Помните? Вот что теперь происходит здесь. Все расчистили, все убрали. Будут строить новый дом. И я сейчас вам покажу. Это что-то вообще фантастическое. Вот тот гнилой дом, который... Ну, эти были два гнилых, вы видели. А еще я вам показывала один гнилой дом. Кто следит за моим творчеством, тот значит, это увидит, поймет, про что я говорю. Этот дом за полтора месяца построили из гнилого, разрушили до основания все и построили шикарный дом. Сейчас я вам его покажу. Короче, утром веселее все, знаете, сейчас приду, сделаю себе кофе с молоком, тостеры, потискаю кота, сильно-сильно потискаю, вот, он такой вообще, я прям сладкий заяц, невозможно какой, ой, такой умный кот, это что-то вообще, это что-то, никого не царапает, не кусает, мебель не дерет, ничего не сбрасывает. Как бы там, если лежат украшения, еще что-то, он никогда ничего не пакостит. Это просто не кот, а какое-то сокровище. Он может сбросить там крышечку какую-нибудь маленькую, чтобы поиграть ею, но он не будет сбрасывать то, чего реально нельзя сбрасывать. Вот. То есть, как бы вообще. Ну, игрушки там у него есть всякие, но это не кот, это просто какое-то сокровище, я не знаю. Настолько удобный во всех отношениях. Так, ну что? Сейчас я вам покажу этот дом. Покажу. Вот так вот. Видите, идти всегда неохота. Как бы деньги зарабатывать тяжело. Но не потопаешь, не полопаешь. Вот, идти неохота. Но утром идешь и знаешь, что в следующую пятницу я получу свои $300. Вот. За каждую отработанную смену. Поэтому, ну, хочешь, не хочешь, себя заставляешь. Хорошенький такой домик вот этот вот, прямо класса. Сюда мимо хожу, мне нравятся цветы, вот здесь они сажают. Так вот все просто, вот все просто. Вот даже вот это украшение к осени, да, они делали тыква. Все так вот как-то садинг такой, знаете, вот просто шикарный. Вот гаражик, все такое маленькое, уютненькое, славное. Так, ну где дом-то? Дом будет дальше, что ли? Так. А, вон он. Ну это вообще... Но это вообще, это за полтора месяца. Я в прошлый раз проходила, тут вовсю велись работы. Я глазам своим не поверила. Я не поверила своим глазам. Я говорю, вы что, этот дом, как сказать, ну, обложили, что ли? Они говорят, нет, мы его до основания разрушили, вот он. И полностью его построили. Ну, шикарно. Но я уже не спросила, из каких материалов, потому что... Как бы это... Хай, класс, beautiful. В общем, поговорила с этим хозяином. Вот, он говорит, что они строили почти год. Но я не знаю, как это почти год они строили, потому что я видела доски. Он сказал, что они разрушили до основания. Вот, до основания разрушили. И теперь он собирается сдавать один этаж. Вот этот хозяин, дядечка. Уж не знаю, какой-то подпольный миллионер. Видите, он такой простенький.
Ну, какой-то просто миллионер какой-то. Он говорит, что они год его строили, этот дом. Ну, как год? Я никак не могла понять, как год, когда я видела, что были доски. Он сказал, что они как бы сзаду начали этот дом строить, сзаду, вперед. Но я видела вот месяц назад, это были ржавые, гнилые доски. А теперь такой дом. И он сказал, что один этаж они будут сдавать за 4000 долларов. Можете себе представить? За 4000 долларов они будут сдавать один этаж. Вот так вот, друзья мои. Ну что ж. Ну вот эти все дома старые, конечно. Да, и спросила еще, из каких материалов они строили. Я говорю, это у вас дерево? Он говорит, дерево с цементом. Где-то дерево, где-то цемент. Вот эти хорошенькие домики. Вот этот, вернее, ну парочка вот эта. Тот, конечно, облупленный дом рядом, вот слева. Вот эти два хорошие. Вот так вот. Жизнь в Америке-то, а? Не потупаешь, не полупаешь. Да? Не потупаешь, не полупаешь. Я уже иду с другим настроением совсем. Совсем с другим настроением иду. Сделаю сейчас себе какие-нибудь там тостеры с сыром, кофе с молоком. И буду отдыхать. Но у меня, конечно, куча дел сегодня, куча дел. Потискаю кота, куча дел. Ну все, всем пока. Зарабатывайте как можете. Так вот, ладно, все, всем пока.